касательно ситуации в городе Тхуарчал и других подобного рода проявлений. Хочу предостеречь всех политиков не втягивать наших граждан в процессы, углубляющие раскол нашего народа. Времена вседозволенности закончились. Это не первые и не последние выборы в нашем государстве, и в перспективе мы все должны бок о бок работать на созидание. Абхазский народ ждет перемен исключительно в рамках конституционного поля.